документа. Это разметка страницы, режим чтения, веб-документ, структура и черновик. Щелкнув по любому из этих режимов, мы увидим документ совершенно иначе. Например, выберем режим черновик или режим веб-документ. Если бы у нас был текст, мы бы текст увидели тот же самый, но внешний вид окна совершенно другой. Можем также переключиться на режим структуры.